Витископ. Джейсон Кидд теперь в Милуоке. Сезон, который... Его первый сезон тренера в Бруклине, он выдался неоднозначным. С одной стороны, при довольно ощутимом провале в начале сезона, он смог вывести команду в плей-офф, смог поставить ей какую-никакую игру, но тем не менее, я думаю, что от него ожидали больше. Ну, у него отличные перспективы в этой команде. Это команда с маленького рынка, с внимания публики, прессы и специалистов баскетбольных к ней приковано намного меньше, чем к грандам и контендерам этой лиги. И у него будет здесь право на ошибку, право на маневры, прекрасный молодой состав, Джабари Паркер, Янис. Это те молодые баскетболисты, которые помогут ему развиваться как тренеру, а он может помочь им развиваться как баскетболистам. У него есть прекрасный центровой Лэри Сэндерс, который провел неоднозначный, можно даже сказать, провальный сезон после подписания нового контракта. Но тем не менее, по крайней мере, по слухам, Джейсон Кидд очень хотел видеть его в Бруклине, поэтому он возлагает на него определенные надежды, и карьера этого баскетболиста еще может сложиться очень удачно. Я думаю, что Джейсон Кидд принял правильное решение, когда перешел в Milwaukee Bucks. Витископ. Спортивное видео.